Дональд Трамп намерен поднять украинский вопрос на саммите НАТО. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, общаясь с украинскими журналистами. Какие именно темы могут обсудить в Брюсселе, политик не уточнил, однако подчеркнул, в США недовольны тем, что Венгрия блокирует политическое сотрудничество Украины с Альянсом. Саммит НАТО будет проходить с 11 по 12 июля в Брюсселе. В двух дискуссиях об операции в Афганистане и безопасности на Черном море будет участвовать президент Украины Петр Порошенко.